Большой привет всем зрителям моего канала. Сегодня вас ожидает мотивация на уборку. И сегодняшняя уборка будет проходить под лозунгом «Что хочу, то и убираю». Кстати, эта уборка заняла у меня практически целый день, и к вечеру я просто валилась с ног. В уборке мне сегодня будет помогать робот-пылесос, поэтому я его включаю и приступаю к своим обычным обязанностям. Протираю пыль, заправляю постель. Пыль у меня скапливается в спальне в невероятных количествах. Также отодвигаю тумбу под ТВ для того, чтобы протереть там пыль. Я туда заглядываю не так часто, как, наверное, стоило бы. Также непосредственно протираю телевизор сзади от пыли. Скопилось там очень много всего. По большей части это все-таки собачья шерсть. Тряпочку стоит заменить. Также сегодня у меня несколько стирок, в том числе стирка постельного белья. Постиранные пододеяльники я складываю прямо на постели. Мне так удобно, потому что у меня маленький рост. We
Для того, чтобы удалить пыль со статуэток, всяких картин, молдингов, я использую вот такую щетку от Pronto. Покупала ее давно-давно, очень давно в Метро. Я не знаю, есть ли они сейчас там. Я купила сразу эту палочку и насадки. Насадки одноразовые, то есть их стирать нельзя. И по идее, как обещает производитель, пыль не просто смахивается, как с обычной метелки, а электризуется и притягивается к самой этой щетке. Во что я, в принципе, охотно верю. Потому что вы увидите, насколько грязной стала эта щеточка. Кстати, ее можно переворачивать и вот той стороной, которая обычно не пачкается, еще пользоваться какое-то время. Также с помощью меламиновой губки я удаляю художество, которое оставила Ульяшка на стенах. Также у нас образовались потеки от переключателя, который включает теплые полы в ванной, и я очень надеялась, что меламиновая губка также справится и с этой задачей, но нет. По сути, вообще ничего не изменилось, так что эту стену нужно только закрашивать, подбирать краску и закрашивать. Перехожу ко второй части прихожей. Здесь у нас вообще какой-то бедлам. Как-то так получилось, что Ульяша очень часто капризничала. Я, когда заходила в дом, просто бросала все, лишь бы дальше заняться ей, потому что мы заходили домой часто в истерике. Нужно все вернуть на свои места, чтобы прихожая снова выглядела опрятно. Так что раскладываю вещь по местам, вытираю пыль, такая обычная влажная уборка. Неоднократно уже показывала вам поглотитель запаха именно для собак. Каждый день практически я это делаю. Перед тем, как мыть пол, я убираю пеленку грязную, протираю одноразовой тряпочкой пол для того, чтобы удалить запах, дезинфицировать, и только после этого уже мою пол шваброй. Настал черед уборки в Ульяшиной комнате. Я здесь уже сняла грязное постельное белье и теперь застилаю новое. Продолжают поступать вопросы, что с матрасом, почему он такой неровной формы, может быть, он какой-то особенный. Нет, это самый обычный матрас из IKEA. Просто под наматрасник я проложила какие-то скрученные подушки или покрывала в качестве бортиков безопасности для того, чтобы ребенок не упал. Потому что малышка еще все-таки маленькая, а кровать достаточно высокая. Coming.
Леруа Мерлен купила раздвижную полку для обуви, у меня такая уже есть. Несмотря на то, что она кажется очень некрасивой, на самом деле в шкафу она смотрится очень даже ничего. Так что немного переорганизовываю то место в шкафу, где хранится наша с девочками обувь. В кухне нужно помыть ту посуду, которую я не ставлю в посудомоечную машину, и также помыть плиту. Для плиты мне очень нравится использовать скребок, но я думаю, что если у вас стеклокерамика, то вы тоже его используете. Для мытья раковины раз в пару недель я очень люблю использовать Доместос, но у меня его нет, поэтому сегодня Силли де Бэнг.
said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told ya. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. Также протираю пыль, мою пол. Еще сегодня я помыла москитные сетки, но как истинная неудачница я удалила этот кусочек видео. Find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. Меняю кухонное полотенце и наслаждаюсь результатом. На этом я буду заканчивать свой влог мотивацию. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи в новых роликах. С вами была ваша Люля Власенко. Всем пока-пока.